Подарки на старый Новый год. В Кинешме губернатор встретился с паралимпийской сборной. Волжская команда – один из лидеров региона по параспорту. Этот титул оправдали в прошлом году. В сентябре заняли второе место на областной параспартакиаде. И так уже 8 лет подряд. Кроме медалей и поздравлений, спортсмены получили сертификаты на новые костюмы. Как раз их и вручил Павел Коньков. Нарушение слуха, зрения, заболевания опорно-двигательного аппарата для собравшихся в этом зале не преграда для спортивных побед. Десятки кинешемцев с ограниченными возможностями здоровья занимаются пауэрлифтингом, играют в теннис, голбол, шахматы и дартс. Вот яркий момент был у нас в том году, я поделюсь с вами, когда губернатор в поддержку паралимпийцев, которых отстранили от поездки в Рио, переплыл Волгу в Плёсе, а мы буквально через два дня тоже в поддержку паралимпийских провели такие мощные соревнования. Было свыше 50 человек. Вот я вижу успех в этом, в массовости параспорта.